Хочу вас познакомить с одним интересным местом в Кракове. Называется Мини-Швят. Это игровая для детей в таком как бы мини-мире. Здесь мы праздновали день рождения дочери. Конечно, тут больше для таких детей. Ну, сыну 9 лет, ему как бы, ну, как новое было интересно, но, наверное, лет до 7, до 8, я бы сказала, это место для детей. Ну, вот смотрите, здесь такая комната, как бы кухня есть, и такая люлечка, и кроватка такая на втором этаже. Ну, дети уже тут погуляли немножко, вот, поэтому оно не лежит все красиво. Вот, дальше есть такое отделение полиции, прям с тюрьмой, все там, и шапка где-то уже по залу валяется, потому что, я же говорю, дети гуляют. Магазин, ну, кстати, популярное такое место было среди детей. Ну, в данный момент, я скажу, они сейчас кушают, точки день рождения. Они в отдельной комнате едят торт. А я пробежалась, чтобы снять для вас. То здесь, конечно, не играли интересно. Одна девочка стояла продавцом, другие стояли, покупали. А вот больница. Тоже есть и халат, и все здесь есть. Также дети здесь гуляли, почта. Так, открыли, по-моему, недавно, ну, когда именно не скажу, но не все еще об этом месте знают. Это, ну, новое, они, ну, вот открылись, мало кто знает. Здесь можно проводить день рождения, просто приходить гулять. Вот, они на своей странице в Фейсбуке, в интернете. Просто я подписана на них и в Фейсбуке, и в интернете. Они пишут, если там у кого-то день рождения, то значит зал полностью закрыт. Вот еще интересная комната с кораблем. Тоже классно. Вот они пишут, что этот день закрыт, просто надо заходить, прежде чем туда ехать или позвонить, узнать, чтобы, ну, не обломаться, скажем так. Есть там еще такой бассейн с шариками. Помещение, да, небольшое, но очень интересное. Было здорово, дети вообще бегали в восторге, всем понравилось. Вот такие угощения у них. И, кстати, они не разрешают приносить с собой угощение. Угощение входит в стоимость турджиновой оферты. Приходите, вся информация будет под видео.